Как-то раз мама и котята гуляли в парке. О! Смотрите, что я нашел! Этот динозавр просто лежал на скамейке. Значит, он ничей. И мы можем забрать его себе. Здорово! Миу, 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 миу! Подождите, котятки. Наверняка кто-то случайно забыл динозаврика в парке. Надо будет вернуть его хозяину. Значит, нужно положить динозаврика на место. Хозяин вернется и найдет его. А если пойдет дождь, динозавр намокнет и сломается. Или какая-нибудь сорока утащит его к себе в дупло. Ну что ж, тогда возьмем динозавра домой. Но после обеда попробуем найти хозяина. Ну какой же он классный! Давайте представим, что он в большом городе. Да, и едет на автобусе, как на скейте. Нет, нам нельзя с ним играть, он же не наш. А может попросим маму оставить динозаврика себе? Может хозяин специально положил его на скамейку, чтобы кто-нибудь забрал. А вдруг хозяин его ищет? Представьте, если бы мы потеряли свои любимые игрушки, мы не смогли бы уснуть без них. Искали бы их повсюду. Постоянно грустили. Хозяина надо найти. Вдруг это кто-то из наших друзей? Котята показывают динозавра друзьям, но никто не знает, чей. Я таких красивых динозавров ни у кого не видела. Я тоже. Я бы запомнил эти красные глаза. Они прямо как нос у моего клоуна. С ним, наверное, это классно играть. Да, давайте представим, что он ходит по пустыне. Боржик, он же будет весь в песке. Что скажет его хозяин? Хозяина нет среди наших друзей. Значит, можно оставить динозаврика себе. Да, мы сделали все, что могли. Нет, не все. А? Карамелька, стой! Отдай динозавра! Мы все равно не найдем хозяина! Да, не будем же мы заходить в каждый дом и спрашивать. И не надо! Я напечатал объявление о найденном динозавре и указал наш домашний адрес. Теперь хозяин динозавра сам придет к нам, чтобы забрать его. Котята с папой и мамой развесили объявление везде, где это разрешено. Уже так поздно, а хозяин динозавра так и не пришел. Наверное, он ему не нужен. Как думаешь, Карамелька, давай уже с ним играть. Я знаю, что надо делать. Если никто не придет за динозавриком сегодня, мы оставим его себе. Ой, полиция приехала. Наверное, потому что мы хотим забрать себе чужую игрушку. Не хочу в полицейский участок. Добрый вечер. Добрый вечер. Не вы ли развесили все эти объявления? Мы вешали только там, где можно. И не на клей, а на скотч. Нет, я как раз по объявлению. Этого динозавра потерял мой сынок. Вот и он. Мой сын так его любит, что уснуть без него не может. Я уж сам хотел вешать объявление, да вы меня опередили. Спасибо. Хорошо, что у динозавра такой любящий хозяин. Это точно. А то было бы жалко его отдавать. А знаете что? Приходите завтра утром в парк. Поиграйте с динозавром вместе с моим сыном. Я уверен, что он будет очень рад и сможет лично сказать вам спасибо. Здорово! Миу, 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 миу! Котята были рады, что вернули динозавра его хозяину. Ведь у каждой вещи есть кто-то, кто ею очень дорожит.